Привет, Дим. Да, Романа. Кидалова. Сам да ты кидалова, пошёл нахуй. Почему, блядь? Да, блин, ну такое себе на замену по КД ходить. Ну, а как вы хотели? Чтоб ты понимал, типа, я прихожу, меня либо супом заменяют, либо Дашей. Ну, блядь, ну что это такое? Да пошли вы нахуй, вот честно. Делайте ДД-спект, ну чё? Я вам сразу... Да у меня ПВП-код, идите. Не, я вам, знаете, как скажу... во-первых, танки ходят, ну, танк один, во-первых, мейн я один. Да, это уже понятно стало. Да, это первое. Второго, у нас нету мейн второго танка, ну, типа, два ДК танчить, это такое себе на самом деле. Хилы, вот конкретно друиды, да, там, у нас статично ходят все постоянно. То есть я знаю, дальше ИСОВ. Да, вот у нас ДДшники бывают, не приходят, там еще что-то. Да, он это слайд ДЦ. Я не знаю, нахуй, тут этот самый хэпал, нахуй, 217, блядь, что-то я не хочу в 4 хила, нахуй, хуй знает, что это будет, блядь. Кикни его, и все. Че, какие проблемы? Мы можем хила дойти. Слава, а тут хэпала 2 не надо, да? Ну оно лучше будет. У нас, а, ну да. Лучше, чем в одного будет все равно. Ну, лучше Шаму, либо Эрдру какого взять. Че, Дим, в это, в локи потанчишь, магика там, груда там, все дела. Короче, блин, я на друида могу зайти танком. Этот самый. Там этот, кто-то ревнул, написал, типа, у него ПВП ДЦ, и все, написал ревает. Там кто-то, кто-то ушел. Вот этот. Сейчас скажу, прист ушел. Какой-то. Кстати, я в демоне в форме выдерживаю 3 удара от этого, а 3 ледяного рёва. Так, ну один слот поищите. Че, вот этих двух престолов точно нету, нихуя, да? Хила поискать или если не надо? Ну смотри, вот ДЦшник же у тебя, ты в Диси драконий. В куль. Блядь, панит. Карамелька. Символ стоит. Что там такое? Людей тут уничтожаешь, блин. А Андрея что, не будет сегодня? Ты что, там по долам бьет, что ли? Хуярю. Слышишь, столовка на тебе этого Эрела, блять, я сейчас на ДКшника перекинусь. Давай. Все, слайк, пока. Ты же хотел новый... паладином пойти. Не, нахуй, я им на РТ, мне там Т4 надо. Там не надо никому на палах куски, блядь. Пусть там напишешь кому-нибудь, а возьмут и это. Ну я в Ордынске сейчас плюсану, у меня, блядь, ДКшник тоже не дал. Мне кто-то вообще с вашей гиды пишет. С нашей? Я не знаю, мне чел какой-то вообще левый пишет, а ты че, уже гильду сменил опять? Так я релогу, если что. Не знаю, вы ушли, у нас никто не расстроился. Ну, мне написала Даша, мне написала Джава. Я так и понял. Мне кто-то еще написал, как человека 3-4 мне написала. Там пол гильды думает, что я овер хуёвый танк. Ну, это со временем. Так, кого-то еще позвала? Не знаю. Так, столовка, волчат, поиск супутников. Короче, Лока позвала еще. Войд Фрозен. Точно нужен. Войд Фрозен. Куда ты написал слайд? Войд Фрозен. В чат. Вижу. Тихо. Пригласи. Ну, все получается. Все, давай это самое, суммоним. Все, давай, Эрела. А кого добрали? Лока... Сейчас скажу его ник. Короче, я Маленкичик. Слайк, спасибо. Да. Слайк, спасибо, что помог собрать рейд. Пока. А Нелл-то нападала, она идет. Куда ты? Такая, если я лидер, какой Нелл нападал. Давай. Отдал я, отдал, что ты. Маленький член. В смысле, у тебя? Почему у меня сразу, блядь? Маленького члена, блядь. Ну, ник такой. А. Так, диск. Кинь диск. Вот, блядь, быстрая рука на диком западе. Так, это Дестрик. Так. Это Дестрик. Это Дэ. Ладно, в демоне побегаю, шо я в городе. Дестрик, Дестрик. Пацаны думают, подамажить хотят, но. Давайте, удачи. Я смотрю, все почистили. Сейчас осталось только, блядь, разъебать боссов и все. Так, значит, по. О, знаешь, что вот я могу предложить? Эридара и Вадима Дворфа в одну пачку, чтобы 4% крита было, не? Сейчас разберемся с этой хуйней. Там ассисты есть. Идите вот в эту пачку, которая там.
А, я не понял, а почему у нас драконий вкус спихнулся в ШП, шо? Да похуй, если чё, пайпимся потом спихнем еще раз. Это, кто в DC знает в этом, в какой канал писать, где, на чё ролить? В новости или куда там, или похуй? Короче, для всех вроде как... Какой, блядь, нет, это... Сейчас да, пизды чё? Получишь, блядь. Я? Не, Слайд, чё? Алёша, хардмод? Короче, давайте так, блядь. Я тебя могу только, братан, нахуй послать. Алёша, ты тут чё забыл? Это, прекращайте базарить, блядь. Блудите, мешайте мне. Пишем, на какой спек ролл. Если не на тот, в котором вы идёте. Я ролю на ДК-ДД. Пишется видео. Админов не наебать. Так, теперь по танкам. Я танчу крош, крестик, подаван, череп, холм, протокол, танчишь хпауда-ух и танчишь троих мобов. Так. Ридг-год. Даешь частицу на Войда. Звездочка. И плен тоже самое. На Войда звездочка. Плен хилиш подавана. Red God хилиш. Короче, протопала. Ромбик. Подаван кружок будет. Вот. Значит, дальше. Ашкатана смотришь. Ну, за двумя ДКшниками. Фул ходы на них. Ну и обнов это. Так, точно. Буйный рост Мелизону. Ну и этот, значит, мини-босс. Ты будешь смотреть за... Щиток твой будет висеть на протопале. И смотри за протопалом. Если что, быстрее подкидывай в нас и цепуху. Двух ДК. Первым будем убивать черепок Олма Лока. А, Локи есть там, который забанят. Так что, надеюсь, у нас все проверка. Будем начинать. Так, и еще Носи. Или вообще ханты, все вот эти вот, все три ханта. Выберите себе любую цель, а вообще лучше выберите вот этого. Слепоглаза, луну поставил. Три ханта на пульте слепоглаза на ромбик. Ромбик, ты танчишь троих, понял? Слышно? Слышно? Пэй, сука. Напиши плюс, что-нибудь. Протопал. Маленький член отсутствует. Ты не сдох? А, уверены, что он троих-то оттанчит? Конечно, уверены. Главное, чтобы мы выхилили. Ну, конечно, выхилите. Шаман выхилит. Ходки висят. Для тех левых троих вообще там нехуй танчить. Вообще нехуй танчить, согласен. Помойка чисто. Это, протопал, ты слышишь, Диси? Ты в курсе, да, что ты троих танчишь? Жрите рыбу. Ладно, буду надеяться, что услышал, то я так спрашиваю много раз. Так, сейчас я еще банку выпью. Даю проверку, последний будем пулять. Первый пуляю я, чтобы крош у меня начал кастовать. Потом все остальные танки бегут. Да он там в ДНС. Где маленький? Да где он? Не знаю. И нет лагает опять минус маленький свет. Ладно, хуй с ним, пускай лагает. Будем начинать без него так. Все остальные вроде есть. Все бафы. Энх, чё тебе не хватает? Кулака, кулака смотрю, нету. Ладно, давай паладинов попробуем научить. Вот, уже есть кулак. Теперь ты готов, да? Если ты будешь готов, то ты да. Готов. Дайте каску магам. Каску помогу. Дайте крест по хантам. 18 блядь, паладинов. Дайте им что-нибудь такое, чтобы они не пиздели в ДИСе. Паладинов. Какой ты добрый. 4 ебучих паладина, блядь. Ну что, блядь. Заебал, согласен. Еще проверка. Заебал. Хуй так долго. Так. О, зашел. Ты в Диси, нет? Кикните меня с рейда, блядь. Алло. Алло. Зашел.
Алексею плохо. Он в инсте стоял только что. Да у него с интернетом что-то. Пал, ты держишь с королем и слепоглаза, и кеглера. Ты троих держишь. Понял? Тебя хилит Ршам и Хипал. Так кто тебя вынесет, блядь? Чё ты гонишь? Блядь, это хатмод, что ли? Да. Да! Вот ты, блядь, я что-то... Короче, блядь, Алёша, давайте... плохо. Давайте, на счёт три, паладин, там, щиток на себя вешай. На счёт три будем пулять. Раз, два, три. Поехали. Была рыба. Давайте Геру и по черепку играем. Скоро будет прожимка на рейд. Да, он не зыбка. Давайте сильнее по черепку. Не зыбка есть на рейде пока что, нормально. Так, хулипалы. Протопал, давай массакру. На рейд. Так, Кока Джамба. Давай каплю на звездочку. И на себя БЗ, божественную защиту. Давайте сильнее по черепу, заебись, идем. Черепок упадет, исчезнут сильные банны. Так, давайте хилы сосредоточьтесь на ромбике сейчас. Холи пала, два частицы, смотрите, на звезде. Хуярим крестик. Сейчас тупо изи осталось. Подавана еще подхиливаем, на нем это... Делаю. Все, вы все знаете, в принципе. Пал, отпусти короля. Да, дай ему короля, тебе проще будет, Пал. Там позабираюсь. А тут тебя вообще съедал. Давайте, главное, звездочку оверхилим. Скоро у меня откатится панцирь, будет немножко проще. Все, панцирь есть. Ну и потом у меня крой вампира откатилась. Так, отдал крой вампира. Хулипалы, у кого-то из вас Red Hot, Red... Блять, я с никами путаюсь. И есть массакра в протоветке? Или плен? У плена есть, он мне в личку случайно написал. Хорошо, хорошо. Давайте, хилим, пыня осталось, уже умрет он. Сейчас будем бить кеглю, ебаную. Он откидывает, потому что весь рейд меня бесит. Кеглю, ставлю на него черепок. Вот этого пидора играем. Все, протопал там заканчивается. В принципе, Маслак. Че? А че Хартмод переименовал Локаса? Да ничего он не переименовал, он в смысле... Блять, он еще ливнул во время боя, сука. Да. А я смотрю, у меня... Да-да-да. Хилбот сломался чуть-чуть. Хилбот, удаляйте хилбот, блять, ставьте вуду. Там... Я уже привыкла к нему. Немножко багается, но типа все равно хилишь плашку и хилится. Может бывает, что хилишь один ник, а хил приходит по-другому. Типа ничего страшного. Там зацелала нахуй. Так, кто с гильдии за Сибирь? Кто с гильдии? Сейчас, сейчас еще посмотрим. Что-то... Драки не вкус мало дает. Бабка, Баларкир какой-то. 5000, что маловато. Ну, вот эти маги хорошо дают. Карамелька и Грахам, вот эти вот, прям заебись. Вот это вик точно надо. Ты в вас пятку хочешь, что ли? Да, ик. Все до 11 места заебись. Ниже, конечно. Ну, рога, ладно еще. 6к тоже пойдет. Ну, там кто-то с пугов, типа, если кто-то с пугов желает с хорошим ДПСом, вык после игру магика. Пойдем еще и вот потом посмотрим, если кто-то слабенький будет, то доберем кого-то. Так, по хилу. Ну тут плен, понятно, что он просто одетый. А вот который хэпал 217, у тебя другой перс есть какой-то? Есть, но я не хочу. А что за перс? Армс, лар, маг, убийство. Все бисовые. Смотря для чего? Для их 25. Для обычных? Ну да, конечно. Могу на любом.
Ну, если желание будет, пусть говорит магика. На хапале будет. Ну, на хапале пусть знает, блядь. Там вон тот хороший хапал, если он пойдет. Просто слабоват. Для... Ну, надо еще в 32-й шмот одеться. Хотя бы. Да для обычки там сойдет такой. Ну, хуй знает, хуй знает. Там паладин тебя спрашивает, танком его возьмешь? Какой? Да. Икспей, да? Да, в принципе, должен вывести. 45. Конечно, желательно 1050 для обычек. 50 тысяч танк любой утанчит трех королей без вопросов. У тебя 45 ты затанчил. Слай, я могу друидом, он у меня затанчит. Ну вот смотри, нахуй. Ночи, блядь. Ересь вот этот, блядь. Чё вы, блядь, куда смотрели? ДБМа нету. Здесь. Ну да. Если грамотно все зачарить, ставить камни, то заебись. Чё ты говоришь с толоком? Могу медведям зайти еще. А, ну там посмотрим. Я не знаю сам на ком пойду, блядь. Не, с по времени. Столько достал. Я, может, с по времени вывозить буду. Я, может быть, палом пойду, кстати, туда. У меня там как раз и хил, и танк, все, что хочешь, блядь. Угу. Ну, в плане того, что... Угу. В плане того, что мне, короче, на ДКшника, прикинь, хохма, блядь, пошли на РТ, ВВК, блядь, а у меня на нем не сделана проходка ебаная, прикинь. Ну, чисто 25-ка обычно не закрыта. Сейчас быстрики плачут в сторонке, короче, нахуй. Понимаешь, да? Угу. Молимся на молот. А что там еще, блядь? Токены. На всю хуйню топовую. Токены. Я бы еще мага бы уделал по депосу. А что ты там по депосу дал вообще? Ну, а, девятка. Заебись. Это мало, нахуй. Это очень мало, я больше даю. Я типа как космонавт. Слушай, летал. Ну смотри, это красивое все выпало. Вот о, пояс, смотри, прям вообще клево. Пояс сочный, плечи редкие, блять, наручи топовые, ну кто-то сегодня получит их. Хочу штаны. Да ходи без сейчас, них. Сейчас убьем, посмотрим. Пошли на трэш. Нахуй тебе нужны штаны, хорошо. Так. Ну вы знаете, да? Чарженулся моб, а он обнуляет агро свое. Говорят, под жопу встать, они не чаржатся. И танком так, вот проще. Вот этого я оставил, он тебя забрал. Вон тот вот чарженулся, обновил, на него таунт и набирайте агро. Хер, диспалите по возможности ретрики, присты. Понимаю, блядь. Тактики галактики, да. Так, давайте. Ну давайте вот этого громилу добиваем, диспелим с него хуйню. И... На жреца садитесь, ДКшники, косты сбивать. ДКшники, рога там кто? Вары. Все, давайте через черепок играем. Потом добьем этого. Так, подаван у тебя ДДшник. Не, походу мы... Я что-то хуй знаю, блядь. 4К скипит ретрика. И этот у нас еще... Надо же кого-то искать, кстати, ДДшник. Кого-то в гильдии там есть кто засидит? В чате спросите, где есть. Я ласта сейчас в чате потихоньку в обычном еще есть штамп. Нужен ДД. Я могу спехнуться, в принципе. Да тут вопрос в том, выживет ли паладин. От этого я танчу, вы себе по одному мобу уберите. Да я... пусть спекается, но что, не? А, в смысле выживет ли паладин? Да, есть хан 233 написал. Да, сколько он там? 6К дает? Идет. Я не знаю, написал 200 хан 233. Вот берите. И АДК, ну АДК уже поздно. А сколько вы хотите хантов взять с собой 25? Ну штук 8. Слушай, не знаю, то 10. Надо... Сначала надо это все убить, а там уже посмотрим, кто с них захочет идти, кто не захочет. Смотрим сейчас. Бать, меня ж дернуло, нахуй, меня там кто-то проклял, блядь. Так. Будем убивать сначала двух жрецов, сначала череп, потом крест. Громилу я подержу. Давайте идите уже сюда с мобом с этим.
Так, громилу я подержу в сторонке. Бейте череп все. Косты сбивают. Понимаю. На крест Слав... садитесь все вары. А все остальные сбивальщики на череп. Чего? Слай. Говорят, изи тактика играть через крест. Похуй вообще. Потому что косты не сбивают, но. Вообще поебать. Не сбивают, то будет дольше бить, блядь. Мои проблемы. Я был бы афликом, я бы. То же самое, что ДПСер кнопку 1-1 нажимаю. Чьи-то проблемы, его проблемы. Хотя он всех подводит. Дольше просто сидит. Ну-ка, цели. Прерывание. Хан. Ой, этот Шама. Вар. Ух, красавчики. Гаджет, так. Нихуя. Слава, нихуя. Смотри, ты сейчас за это, типа, в танке же. Да, давай, ну... я спекаюсь в ДД, типа, и вот вы с паладином затанчите его. Да, ну давай посмотрим, блин, давай. Подавано. Суманите ханта еще. Да, есть ДД. Да, я сейчас пятерку какую-нибудь дам. Пятерка это хуево, надо к шестерке стремиться, бля. Ну сейчас посмотрим. Одевай нах. У меня в говношмоте, блядь, семерку дает. Да, семерка шоу, блядь. Давай, спекайся, похуй. Это самое, давайте шкаф там быстрее. Все? Пикаем. Хочу посмотреть подавана. Да я кусок говна, ты че, блядь? Переключи стойку так. Так, дискорд. А, так ты, блядь, этот. Ой, блядь, какой-то сложный выбор в жизни сделал. Значит, ребята, особенности какие? Милики, вы. Вам нужен этот. Как он называется? Водитель, блядь. Да, я джипс могу поставить. Да не джипс. Да там джипсы спрашивали. Давай этот самый, все с танков метки уберу, блядь, нахуй не нужны. Тут не спуль боссов, тут он бегает. Подаван, ты, короче, будешь ихним этим, блядь, квадратом, блядь. Если они, типа, это, в завале стоят, то, ну, смотрите на квадрат. Но лучше всего смотрите на свое ХП, блядь, и на штукатурку с потолка. Все, прожимка, значит, будет. Хпау, блядь, как тебя называть-то? Хпау, короче. Даух. Ебать, я заебался как называть на. Короче, это самое, протопал, я тебя буду протопал называть. Просто массакру даешь, но смотри, ее постарайся дать, вот эту 6-секундную хуйню на рейд, когда перед самой заморозкой, чтобы в момент, когда босс раскалывает всех, чтобы этот дев пришелся на рейд. Вот вся твоя обязанность. Ну и тыкай агронабор, в принципе. На пулы. Можете на меня не давать, давайте сразу на пала, блять, я наберу и так. На первом месте. Все, проверка. Ну, разбегаться вы знаете, нахуй. Если вы не разбегаетесь, давайте так, блядь. Чтобы вам было понятнее, блядь. Перенесите челика в канал. Минус 30 кролу, блядь. Сейчас перенесем. Да он, блядь, всем доступен этот канал. Что-то хуй знает, не перенес. А, вот все, перенес. Челик, ты тут, который в десятке сидел. И вообще в рейде. Гадгет. Гадгет, ты с X2? Гадгет. Подожди. Да что-то он потерялся. Да и похуй. А мы бить будем сегодня? Выкинуло с канала. Да будем, блядь. Сейчас я ему напишу. Да, забей, хуй. Просто бей. Там просто 25 человек, поэтому он не может зайти. Все, похуй. Можете меня кикнуть. Я все равно знаю. Фауст, тебе что там, не хватало что-то? Отменил что-то ты? Фауст. Каски нет, написал. Не вижу каску. Давай я посмотрю на тебе каску. Нету, сука. Палы, блядь. Алло, кто каску с вас дает? Паух, ты даешь? Рейндж, как прописать, подскажите? Рейндж. Сленч ранге 10. Или 12. Или 10. Я не хуй знаю. Каска есть, все, короче, все. Блядь. Еще проверим. 15. Ебать, мы долго сидим, нахуй. Сусолимся, ебать. Ну, 15 минут ласки, алё, прошло уже, ребят, давайте. Все, на счет 3 пуляю. 1, 2, 3, блядь. Пацаны, блядь, на химию тратят 1000 голды, нахуй. Так, башен. Так, что у нас, блядь? Сдать усиление, не сдать? Ладно, сдам, попробуем. По грузу ебись. Ебать, я хуярю! Ты жесткий. Ты охуел. С завала выйдите, как там на завале. Вон на втором месте. Смотри, в зале, только не сдохни там. Так, приготовились. Давай, приготовились, протопал, готовься.
прожимочку. Оп. Дал. Дал, нет, нихуя. Ну, короче, моя висела прожимка, мне всегда она будет ПКБ. Ну ты старайся этот протопал, слышишь? Массакру дать эту, эту хуйню. До того, как ты типа полностью в параличе встанешь. И тогда минус 20% урона на рейде будет. Закончился по балам. Типа потихоньку вниз, вниз. Не ржите, давайте, блядь, бейте нам. Сейчас завали пацаны вроде. Так, давай, что там по локам, блядь. Может, СС сообразить. Чудо творожок там промеж делом, короче, на шкота накинешь, СС. Давай, Дима, я жду. Ну беги сюда, чё. Так, не, сам подойдешь. Не, в пизду туда. Слава, истерия в КД? Нет. Дай в стерео. Да я думаю, надо более какому-то сильному ДД дать. Фаусту, например. Давай Фауст тебе дам. Фауст, далеко стоишь, не могу нихуя. Это, я у морды стою, танчу там, подойди. Так. Я вот сзади тебя. Даю, даю, дал. Все, заебись, ебаш. Ну подойди еще ближе. Ну пусть подавай, не приведу. По урону что-то хуёво, нахуй. Давайте быстрее, блядь. Прожимки там, извините. Так, Коко Джамба, ты умеешь кидать длань жертвенности на танка и на себя нажимать божественную защиту? Просто плюс в чатик, там, плюс и ничего, чтобы я был уверен в тебе. То же самое, плен, халипал вопрос. Так, Коко Джамба, хорошо. Плен сможешь? А с тебя нужно будет бабл и каплю, когда скажу. Это будет все на меня, на Войдер, на звездочку. Пока что не надо, но я скажу, когда надо. В принципе, после 10 стака, ну где-то вот на 9 стаке уже Ашкатана начинает на меня накидывать 3 стака цвета. Поддерживает. Это будет очень здравая помощь. Так, давай, протопал, готовься. Все рейндж хорошенько набираем, дал сейф на рейд. Зипка висит, блядь, никто не сдохнет. Шотник паладит рядом. Давайте, захиливаемся быстрее. Штукатурка их не добила. На фул всех поднимайте быстрее. Вот, отлично. Видишь, протопал пол хп сносит. Мне что-то кажется, блять, если ревность у него прокает, будет хуёво. Ну ты протопал, короче. Ладно, будь что будет, блядь, пок. Чё там, 6 стаков, 50%. Это получается на 12 рублей, например. Может на 13. Ну там экзекут еще. Сало учащается, РДД вниз пойдет по дамагу. Только ханты у нас тащат. Ханты красавчики хорошо дают. В самом низу там что у нас? 3000 шп дает, блять. Какой из двух? Ну там оба. Ну один 5 дает. Нерв побольше дает. ДЦ был бы хорош здесь. Хотя бы по 5000 такие бы помогли. Чуть-чуть хотя бы. А заебал он с нематой, что никто из хапалов не может дать эту хуйню. Да, кстати, соглашусь. Коко Джамба, короче, если умеешь, покидывай флешку в промежутках. Когда видишь хп одного или другого танка. На меня там, на портопала, если ему больше половины снесло. Будет здраво. Помощь хорошая. Так, какого бы... Нерв, ты сможешь оформить щиток в промежутках между салом? Это уже скоро трудно станет хилам. Щиток чисто по КД на двух танках. На того, на второго. Вот, спасибо, вижу дебаф. Так, удар земли, секунда, готовьтесь. Это очень важный удар земли, здесь надо всем выжить. Щиток покидай на кого-нибудь, на локов, на магов там. Ах ты, сука. Не нажал ни зыбку, короче, вы без сейва. Вот, смотри, одно тело сдохло, ночи нахуй. Так, Харсид, поднимай его. Да ничего, сдох, ничего страшного. Харсид, поднимай и ДПС, рога. Не мото. Давайте ему бафы. Лапку, каску, 300 баф обязательно, горный тебе дал. ДПС. Так, что там, не зыбка? Ой, блять, Фауст, на тебе еще. Подойди, Фауст. Дал еще истерею и башку.
Так, значит, давай, жизнецветы уже должны быть. Щиток по КД на звездочку. Скоро пружинки начнем выдавать. Ой, блядь, мага захильте. Глыбу еще пружинки. Далеко стоит. Ищи хилов, маг. У тебя кто-то хильнул. Так, в принципе, пока живем, блядь. О, смотри, по протопалу сколько. Ревностного не было, кстати, еще. Пока не видно. Щиток. Раны. Щиток на себя обновляю всегда, вот это, знаете, как он называется. Так, короче, давай, кровь вампира отдал. Для начала. Да пусть на отхил переключается, блядь. Да, переключайся там на что-нибудь. Этот, крокоджамба давай, БЗ на себя, если есть, конечно, и на меня каплю, на звездочку. Так, задал по боссу метку, да, пускай меня похилит немножко. Пал, переключи печать на отхил, не прикалывайся, но тебя сбреет скоро. Да нормально, не сбрею. Все, тут я не сбрею. В принципе, там 2 ляма может добьете стопудово. Холипал, давай, капли на меня, бабу на себя. После сала давай сразу. Ебать. Ага, вижу, заебись. И все, там буйный рост, миризону там, блядь. Все, 500 тысяч добили. 14, 13. Я мышкой вообще первое КД держал. 20. О, Славик! Че-че? Твое, да? Нихуя. Блядь. Сочно, сочно. Нравится. Так, подавай. Вот, ты прям счастливый, слушай. Но я его еще же не сролил. Это могут эту триню ролить? Она ж, ну, на прям... Триня на скорость. Сейчас разберемся. На стопаж она пойдет? Этот, подаван, сразу тебе закинем эту хуйню в штаны? Да-да-да, штаны, штаны надо сразу. Все, это самое. Я грудь не буду носить. Да, хорошо. Правильно, красавчик, вот топовый, это лучше шаришь. Вот это единственный анролл за 2 рейда, вот это вот уходит. Все остальное будет ролиться. А чё, подавал. Чё, ролим это? Нет, это unroll. Unroll, я же говорю, DC. Unroll. Остальное ролл. Все. Так, подаван. Ну, с тебя я хуй знает, чё, ну какая-нибудь голда там, блядь. Сколько? Ну, да, блядь, сколько не жалко, я хуй знаю. Я, блядь, бедный, нахуй, только рейдами зарабатываю. Так, ну ставьте портал, сейчас я протонусь. А я ж тебе закинул. Не евреи, не верим, Олах. Ебать. Ну, пойдет, заебись. Для начала. Там теперь осталось молиться одному ханту, у которого 3 пуска. Ты не закинул? Что ты пошел? Че говоришь? Ты не мне закинул. А кому я закинул? К Паухдаух, закинь этому подавану. Не туда нажал. Хорошо стролил. Продай подавану. А он просто в той же пати, я ему кинул, он рядом с его ником находится. Все, столько голды с подавана проси, похож. Стой, стой, маг. Сейчас я протонусь. А портала есть этот? Подскажите, вот это хребет, этот, ну, тринка, она же пойдет на сурфа? Слушай, я, кстати, не знаю, на что она прокает. Хоста вот эта, она, ну, наверное, на скорость атаки прокает. Подаван, скажешь, как отдаст. Летите. Че, подаван, кинул для тебя, нет, на лут. Да, да, все, отдал, 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 отдал. Все, все. Я так надеялся, мах. Столовка, блядь. Мы что-то я все, такой, блядь, да. Мы ж тут все нормальные, адекватные люди. Я за цирка сбежал, короче, мы. Да мы знаем. Меня, вернее, короче, ехали-ехали по дороге, выкинули, нахуй, заебался. Жаба тебя съел. На крайняк есть... Не, жаба не меня съедает, жаба у меня отъедает. На крайняк стримы идут с записью, с голосом, с видео полностью. Так что, если что, админом вот. Есть... Слайк, я не матерюсь поэтому. Ну, вообще можно материться, так-то ничего такого. Это же голосовой чат, его не модерируют. Запикает. Не, не запикивает само. А я 6к дал. Не, ну нормально, 6к это вообще хорошо. Ну, считай, то есть ты, ну, полноценный ДД. На 700 меньше, чем я во фросте. Просто ну, у тебя и левел вышел. Когда идешь в десятку, там бывает, что меньше каких-то бафов не хватает, там то ли крита, то ли хосты, то ли еще какой-то хуйни. И там бывает меньше даешь. А вот в 25-ках, когда по бафам рейд собран, есть бафы, там ретрики, хуэтрики, там начинаешь хорошо давать. Ну, а тут что, нету ретриков, хуэтриков? Ну там один у нас сейчас ретрик. Ну хватит, ему что, сейчас много надо. Сейчас магика разъебем, это самое, ну летите, там у вас 2 танка, подаван с палом. Если лок есть в инсте, ставьте шкаф с умонте. Сейчас я подумаю, кто метки будет нажимать. Но я буду точно звезду нажимать. Подаван будет босса танчить. Протопал тоже будешь что-то нажимать. Протопал, ты будешь кружок. Так, плен там, я думаю, сообразит рядом с боссом. Плен. А можно засмонить? Подаван потерялся. Сейчас мы долетим.
Так, ты мне знаешь, что скажи? У тебя сколько кусков теперь? Два? Да, теперь два. Все, ну тебе останется перчатки только, и да, там уже за жетоны заберет последний. А жетонов сколько? 170. Ну, блядь. Ну, то есть 2. Дня 3-4 и все. Пара БК, если фул ходить. Ну смотри, кара самое простое, по токенам бежишь, анролишь, блядь, перчи. И все. Потому что 4 куска они тебя, ну, просто сделают богом, блядь. Прожим, я видел, в принципе, как в Омане столовка улетает вверх. Слайд. Я больше не пойду в этом рейде в демоне, потому что РДД один хуй не дамажит. Ну хорошо. Пизду их нахуй. Для них, блядь, стараешься и выдаешь демонам больше, чем РДД. Позор. Сейчас, блядь, еще этот икс ходим. Вообще, по ДПСу, мне кажется, мы их проходим. Ну тут может кого-то 3К, вот кто дает, может свичность. Приста, например, для игры 25, чтобы был уже стопудовый килл, а нуба, чтобы без проблем. Ну, я палом пойду там. Там хэпала надо будет менять конч, он не сможет выпить. Там посмотрим. Плен не пойдет. Плен на каку. Да. Ну вот, плен не пойдет. У меня если что, хэпал есть. У меня там он, блядь, пиздец заряженный, блядь, 40 тысяч маны. Релла, бегу буквально на пару минут. Да, иди. Иди, я разрешаю. Шо. Сука, Дима. Дождем, не стойте. Выходите с дождя, чтобы хилы не заебывались. Там, если что, кидайте щитки, там захиливайте эту хуйню. Тут нужно сильно хилить. Вот это сейчас проклятие по рейду пошло. А я просто стою такой. По кругу, Слав. Так, кто-то там можете приводить мобов. Вот сейчас вот этих добьют лоу хпшных, что их останется 2 там моба, 3. По одному можете тянуть. Так, в принципе, астаки накопилось, что не зыбку сдам, если будет тяжело. И косты сбивайте обязательно. Что там по ДБМ? Так, пойду приведу пачку. Сейчас вы уже там скорее добиваете, захиливайтесь на фул. Так, веду пачку. Веду пачку. И сюда. Слава, держи только ангел. Сейчас я лужу дам. Давай. Я тоже сейчас лужу под себя дам, нормально будет. Так, какой-то петух сзади садится. А, это Петма. Петма высадился. Ебать, я ну, в эфире. Не, петух Пет. Петух Пет. Прикинь, у Лича Синдрагоса как Пет. Прикинь, если бы на Лича приходишь, а там Пет и Лич вызывает Синдрагосу, блядь. Прям там на платформе, блядь. Вот это было бы интересно. Блядь. Не, Синдрагоса вызывает Лича. Хозяин, помоги мне, блядь. Что сделали бы какой-нибудь мифик ЦЛК уже, блядь, допустим, на Синдрагосу вот, дорисовали бы какие-то доспехи там, блядь. А я, кстати, об этом думал, сделаем. Ой. Сделаем? Ну, все тогда. Хули я жертвую, блядь, на ваш сервер миллионы уже, блядь. Так что давайте, блядь, заработаем. А еще я хочу легендарок побольше. Короче, азинотки, нахуй, на рогу. Че, давайте спускаться, что ли? Давайте сюда. Спускайтесь из звезды. Я не буду в мейн спеке, короче, бить, потому что я не хочу, чтобы люди отсюда сидели. Да похуй, ну что ты отговариваешь? Ну дашь 6к, дашь похуй. Ты хочешь 15-ку дать, да? Дашь 15-ку? Не, не, ну ты че, я вафлики даю больше, чем в десерке, прикалываешься, блин. Короче, я же не сказал, блядь, я же сегодня себе на нас слушаю. Это Варлок сейчас говорит про ДПС? Да. Эта информация нам не нужна, может. Да, да, вообще по. Да. Можешь нахуй завалить ЧСВшним, блядь, да? Вот именно, да, молчи, важную информацию давай. Нахуй я важно. Ну хули, ну ДПС. Это не ГМ гильдия, Слав. А? Какая? Это не ГМ гильдия. Физик. Я не ГМ. Не, вот этот тип. Нет. А, ну похуй. Там же Юля ГМ, Аделия. А,
И никакой не зам, ничего, да? Не знаю, не знаю. Бля, я не знаю. Как пиздиться, ща кикнет, нахуй, скажу пару фраз. Ты, конечно, не пизди лучше. Так, что там есть? Ладно, как скажешь. Да просто я объясняю за столовку, чтобы вы понимали, блядь. Просто челик играет из-за ДПС, и все, больше ничего не надо. Да, я еще умираю по КД в лужу. Даже шмотки не хочет, нахуй, вот так отсюда. В смысле, бля, Слая, заебал. Что ты начал? Не хочешь. Слая, ну что ты начал? Так, вроде никто не бежит, я пойду метки поставлю. Вы ставьте рыбу, жрите. А, на кубы три тела. У меня протопал и я есть уже на кубах. На кубы три тела. Плюс в рейд. Вас будет захиливать профессиональный холипал. Лен. Это будет ромбик и треугольник, который ты будешь захиливать. Так, ну луну какой-то самодостаточный нужен. Ашкатана будешь с луной стоять. Будешь хотать того, кто прожимает луну. Так точно. Мужичина, ты будешь луна. Будешь луна. Слайк, спрашивают, ты всех мобов заагрил? Да, заагрил, конечно. Я активировал этих петухов. Так. Good get. Ты в диссе? А, ты не нажимал на куб. Драконий вкус. Ты будешь на... Давай на ромбике. На ромбике. Значит, этот самый плен частицу на драконий вкус, и хилить будешь того, кто будет стоять на треугольнике. Так, и одно тело на кубик на треугольнике. Вот, Хант написал. Я не видел, что. Но он пиздец скоро, да? Вот он ниже написал. Да, да, гет. Ты сможешь прожать куб. Ок. Ставлю треугольник. Все отлично. Так, гадгет треугольник. Короче, плен, понял, да, как делаешь? Частица на драконий вкус и хилишь пала. На меня там ты забей. Ашкатана, стоишь возле луны. А вот эти звездочка и кружок, это два танка, на них можно хуй положить. Ну, типа, после прожимки подбежишь нам, две ходки дашь и все. Бегай по стене. Я поняла, да. В основном, мое это месяц. Ну и... Я думаю, Геру мы сдадим на мобов, чтобы особо не рисковать. И максимальный АОЕ, максимальный дамаг. То есть все максимально. Никаких РЛов не слушайте, которые говорят там не АОЕшить. Наоборот, АОЕшьте, хуярьте. А мы с Падаваном сдадим войско. Падаван сдашь первый, когда сдашь, скажешь. Угу. Я сдам. Падаван. Ну, дай команду тогда их давать. Второй это 4 одел? Ну, секунд 10 пройдет. Нет, и сдам. Нет, не одел. Одевай. Одевай, похуй, даже без камней одевай. Одевай. Смотри принцип твоей ротации какой. Чтобы максимально агро на мобах было, даешь ЛП, удар чумы, и через этого моба даешь мор по всем мобам. И кидаешь только после этого лужу. Тогда лужа максимально протикает, и максимально вот этот Т4 напрокает тебе дамаг, который агро хороший. На пул на кого? На пул, на звезду. Все на пул и на звезду. Самый жирный танк это я. Так, еще раз проверка и будем пулять. Ротация 24, знаешь? Давай позбиваем. Нет. Забей. ЛП, чума, мор, лужа. Я ему только что сказали. Только что сказал, блядь. Давайте это самое, еще пару изменений. Значит, на метках 3D стоят мобы. Сейчас будете выбирать, запоминать их цель. Мужчина, твой моб, давай хуй с ним, на луне, который. На звезде моб Падавана, на кружке моб круши громи твой будет. Это выбирайте, запомнить цель и сбивать будете косты. На треугольнике моб Носи ты будешь сбивать, и на ромбике моб сбивать будет хуй знает кто, да и хуй тогда на него, да и похуй, кто-нибудь собьет, похуй. Все, на счет 3 буду пулять кружок. Всего это у шаманов нету, и у хантов кулаков. О, давайте кулаки, значит. Энх, я вспомнил, ты будешь ромбику сбивать, хорошо? Энх, 12к. Все, заебись. У тебя там КД 6 секунд. Так, что вы там раздали, блядь? Ты носи этот самый треугольник. Он за хвостом босса стоит. Он треугольник, там моб. На него запомните, нажми. Ебать, сколько я еще пиздец заебался. Принимайте готовность, там кулаки есть. Где еще? Чудо. Творожок. Тут слава. Все тут готовы. На счет 3 пуляю. Раз, два, три. У ДПС этих петухов.
Ёбаный рот, нихуя. Че, косты вообще не бьются, вообще, да? Вообще хуй положили, ну. Ну сейчас ничего, наберем. Так, ну я сбил свой. Пускай почилит. Ладно, Куси, не зыбку дал, но реет. Так, лужа пошла. Блять, промах лужит в кейсе. Фир какой-то, хуй знает, что за хуйня. Даже фиряет, может быть. Даю бомжей, что ли? Да, давай, давай, блять, конечно. Я же тебе забыл сказать. Ебаш бомжей. Ну, по сути, одного ДК бомжей хватит. Тут уже все завешали. Чертворцев выбирайте, которые кастуют петухов этих призывают. Вот именно их выбирайте. Не големов. Големов держим. Вот и ебашьте. Заебись. Там. Все, разъебал петухуню. Еще 30 секунд, есть три тела подниму. И как раз там что. Все, рез себе три тела, и им сразу бафы готовим. Каски, хуяски, вот эту хуйню всю себе там сразу. Шамана, пожалуйста, кулак. Сколько просить можно уже? Да они не знают, что такое. Два хулибала, я думаю, вы не бафаете, типа, кресты. Кто-то с вас дайте кулаки там, если те палы в Валаве будут там, блядь. По шаманам, блядь. Там инх, нахуй, 12 кад дает, блядь. Давайте, блядь. Активация 5 секунд под аван, давай, блядь. ЛПшки, блядь. И ставь его. Все, спасибо. Все, ебашим, блядь. Стали метки. Иди ближе к луне стой прям. Ну, потом к нам побежишь, мы не сдохнем. Мы фул продержим. Если что, если кто не понимает, мы на кубах нажимаем и держим. То есть не отбегаем, не отпускаем. Чтобы рейд ДПСил. Нормально поставил босса? Да, заебись, мне похуй. Ну я стою, блядь, в другом краю, блядь. Нихуя не вижу. Ну типа там милика, может, ну да и похуй на них тоже, блядь. Ну типа мне всегда было похуй. А млок один упал. Ну он без метки, ничего страшного. А он чирик нашел. О, слышите что, у меня нету ДБМ, а ну-ка ДБМ смотрите, сколько там до каста, блядь. 15 секунд, нахуй, готовимся. Что-то у меня тоже ДБМ нет. Пропало просто, прикинь, нихуя. Первый раз такое вижу, блядь. Дракон выпадет сейчас, короче, если что. 3 секунды. Готовимся, или 5 секунд, ну где-то так, короче. Готовимся, возле кубов стоим. Готовимся, готовимся. Сейчас будет каст скоро. Смотрим на босса. Блядь, нажимаем. Отлично, держим, блядь. Так, значит, Харсид, подними этого лока. Он хоть ДПСил? Будем надеяться, ДПСил. Какой? Ну, в четвертой пати лок. Подавана не проебите там. Шаман щиток не удержит. Харсит упал. Ёбаный рот, как так нахуй? Давай я сбегаю, можешь понять. Харсит арес и харсит лока. Все там, не базарьте, блядь. Этот шаман, давай там, блядь, получше за подаваном смотри. Быстрина на готове всегда. Прок всегда на быструю волну. Волной хили его. Хэпал, потому что частицу хилит 2 куба, и он только, ну, в промежутке типа может кастунуть хэпал, если еще кастует там шок подавана. Куб не сдохнет моментально. Значит, после откидывания сейчас будут вторые кубы. Это я точно знаю, блядь. Ждем откидывания, блядь. Вот, вот после этого откидывания подходим сразу к кубам. Те, кто резнулись, фул баф по ним. Так, бежим к кубам. Вот закончилось откидывание. Секунда буквально, будут кубы. Нажимаем. Отлично. Все, дальше таймер будете линковать, не хуй знает. 70%. Нормально. Раза 3 прожмем, блядь. 4. Все, и башня. Там особо в центр не выбегайте никуда там. И лужи смотрите, льются. С них старайтесь выбежать. Хилы, будьте готовы там. ШПшники каким щиток дать. Если видите, у челика ХП пропадает. И вообще играйте все лучше с вуду, блядь. То вы нихуя не видите, блядь. Люди сдыхают в рейде, вы нихуя, ну, типа, блядь, не можете помочь. Ну, типа, кто без фреймов играет. А если бы всегда помогали, то все рейды бы всегда заебись были. А это, РЛ, Геру-то не нажимали, что да? Да, кстати, не нажимали, блядь, а почему? А что не нажали, ты же сказал? Ну, сейчас перед кубами тогда нажмем. Сколько там таймер? С
вспышки. У меня показывает 15. Давайте Геру уже сейчас. На прожимке будет Гера уже у пацанов. Нажимайте Геру. Готовимся. Секунд 7 там кубы, блядь. Может раньше будет. Готовимся. Смотрим на куб, на босса, на куб, на босса. Смотрим, смотрим, блядь. Нажимаем. Отлично, блядь. То, что надо. Именно то, что я хотел. Как объясни вы, еще по поводу этих кубов, как там нажать и держать что-то. Просто, блядь, правой кнопкой мыши нажимаешь на ебучий куб, нахуй, убираешь руки от клавиатуры, от мышки, и все, пиздец. А что, кто-то отпускает или что? Что-то не могу вкурить. Не, я просто не могу понять механику. А, ну и все, вот и вся механика. А забей. А кто это, какой у тебя ник? Нерв. Нерв. А, ну понял, да? Просто стоишь, забегаешь на платформу, смотришь, каст босса начался, нажимаешь правой кнопкой мыши на куб, из куба появляется луч, он идет в босса, каст прерывается, все 5 лучей идут в босса, и просто убираешь руки вот так вот за спину и сидишь, смотришь нахуй, как рейд ебашит босса. Чё-то то есть на мышку зажимать не надо, да? Не надо зажимать, не надо. Вот. Только нажать один раз. Не знаю, у меня тут по комнате бегала, я на нее надавила, она запищала нахуй. Алло, алло, вспышка, нахуй, смотрим, готовимся, вспышка скоро будет, сколько там еще секунд, не проебите, вот, нажимаем, блядь, быстро, 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 нахуй, ну кто там, блядь, что, пацаны, красавчики, кто не нажал, нахуй, ну-ка быстро скажите мне, треугольник или кто, что-то не могу понять, ромб не нажал, трусы нажал, ромб не нажал, блядь, прист, нахуй, ну как так, столовка, нахуй. Чё за хуйня? У меня слов нету. Чё? Бежим нахуй. Чё за хуйня, блядь? Как так не нажал? Ромб, ты тут? Почему ты не нажал? Чё случилось у тебя? Она убралась. Блядь, ебаный. Ты не первый раз тут? Давай я встану нахуй. Короче, давай твой рожок, блядь. А и... на нем этот висит, этот дебаф насчет куба. Все, это самое. Когда не надо тыкать, вы стоите... рядом с круглой платформой, на нее не бегайте, лишний раз не тыкайте, блядь. И еще смотри, что это может быть. Это может быть, ты тыкнул, и у тебя мышка два раза тыкнула, блядь. Ты тыкнул, и это отменилось, типа, блядь. И потом уже ты с дебафом кучу тыкнешь, блядь. Только можешь все в лоб тыкнуть пальцем, блядь. Короче. Ой. Короче, блядь. Столовка нажмёт. Джипс есть у кого-нибудь там? Джипса просит. У меня полчаса КД. Слайк, а можно главный вопрос? Да. Что такое куб? Сука, Дима. Ты меня убиваешь, Дима. Я вообще охуею, если ты не прожмешь, блядь. Не, ты гонишь, что ли? Так, жрите рыбу, но я что-то ее пока не вижу, но все равно жрите, блядь. Где? Гера, 2 минуты КД. Бей похуй. Поебать вообще. Ой, братан, ты не знаешь, сколько мы на X3 таких вайпов повидали, когда вот люди она. Вообще не вдупляли, что делать. Да, понятно, блядь, бывает. Ничего страшного. Так, жрите. Братан, это был разрывной, нахуй, чтоб ты понимал. А чё ты, столовка, блядь, в команду мою по Ульдуару не хочешь записаться, блядь? Будешь ходить, блядь, будем людей... Слава, я у меня на Ульдуар сыпь, короче, сыпь, на лице нахуй, начинает я, распространяться блядь. Какая-то. У меня тоже, только на жопе, блядь. Сука, чё это? Короче... Чё это сейчас за прикол был? Ну хуй, сыпь от Ульдуара. Проверка и заходим. Кулаки там, надеюсь, есть у вас. На шамана смотрю, кулак есть. То же самое. Кресты по хантам дайте. Крестов нету на шамане. Ну какой-нибудь хулипал по-любому должен крест давать. Заходите, кто-то. У меня, кстати, тоже крест. А, вот есть крест. Карамелька, Энх, заходи, Энх. Тебе кулак дали, прием. Блять. Заходи. Карамелька. Ой-ой-ой, простите. Слава, бомжей дашь? У меня 2 минуты КД. Да, да, да. Похуй. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Слайк, я спек поменял, что? Там смотрите, РДДшники, если вы с пула подыхаете, то это означает, нужно встать на рейндж. Так, сбил каст. Вот, а вы не сбили. 2 каста как минимум не сбили. Карамелька, глыбу. Не сдыхай, пожалуйста. Берегите себя, блядь. Так, стоните у голема, блядь. Так, надо чертворца. Вот сбил каст. Не знаю, что это за честь чертворец был, но я не сбил каст. Так, сейчас будет. Слайк, я ебурю.
Блять, а у меня до панциря долго еще. Че тут ворожка хит? Даю, даю войско, короче, там косты еще идут. Слайк, я двадцатку всего выдал. Ну понятно, я пока войско поставал, всех разъебало. Все, доразъебывайте там чертворцев, самое главное. Потом гаремов быстренько. Максимальный ДПС. Не обгонит никто. У меня таймера, кстати, нету. Сколько до босса до активации? Блять, сбилось на берегу, сука. 40 секунд. Хорошо, время есть. Быстрее по мобам. Надо 4 человека резать. А масс резать у кого-нибудь есть? Если есть, резайте. Ну, типа, если будете... Да, если будете резать, разные цели выбирайте, смотрите там. Вот должно показываться. Давайте быстрее, быстрее. Он плен есть, резать. Сколько там секунд? 20? 18. У него КД у плена. Быстрее, быстрее резаем. Других резайте быстрее. Гаджета. Треугольник. Треугольник. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Чудо-творожок быстрее. Фулбаф. Захил. Иди босса лови. Запомнить босса цель. Захиливайте людей, а то сейчас какой огонь упадет, блядь, сдохнут нахуй. Пристабав, лапку, каску по ним обязательно. Бадаван, блядь. Захват рун, блядь. Какую-нибудь хуйню там прожми. Ой, бля. Давай, шаман, где ты стоишь? Что-то не вижу. Хиль подавана там, щиток на него. Сука, надо было релогнуться таймера, чтобы были. Да и похуй. Мужичина, она блинкует. Сейчас. После следующего, наверное, нет? Нет. Это будет скоро кубы. Он 15 секунд пишет, готов. Там хвост в кубе пишет. Отодвинь его, вот так, идеально. Хвост в кубе, ага. Ну ты старайся там, если что. Старайся. Старайся поражать обязательно. Так он не в дискорде. Готовимся, пока. Готовимся. Ну ничего страшного. Мы будем за него молиться. Готовимся, скоро будет куб. Нажимаем. ДПСим. Блять, Геру забыли. Ну ладно, на второй линии. После откидывания дадим Геру, после второго. Ну это зря, конечно. Ты сам сказал, забыли про Геру, ее прожали сразу. Забыли про Геру, значит надо дать. Ну ладно, похуй. Похуй. Так, я кого-нибудь угоню по ДПСу, стоя на кубе? Конечно, гонишь, блин. Меня как минимум. Так-то ты там Вара обогнал. Как Аджамбу, гаджет там, подожди, я только начал, Слав. Короче, будет еще откидывание, это стопудово, и вот после него будет через пару секунд кубы сразу. Я, кстати, вафлика спекнулся. Это я уже без всяких таймов. Да ладно. Да. Вафлик заебись для куба. Ты это раза три сказал уже, вроде нет? Хуй знает. Еще а частица скажу, на тебе висит, Паловская? А хуй его знает. Блин, частицу на ромбик и хилишь треугольник. Меня хилили нормально тут, пацаны, хорошие. Ну, в принципе, хорошие. Или на танк, если ты... Как тебе удобно, типа? Блин, без частицы хилит. А это какое откидывание? Первое или второе уже? Второе вроде. А, ну готовьтесь, прожимаем, блядь. А, сука, серьезно? Да вы издеваетесь. Я на зал и двинулся, долбоёб. Ой, блядь, столов. Минус 10. Прикинь, это мой первый слаг, нахуй, с X1, блядь. Я вообще охуею, если ты еще сролишь этот, блядь, как он называется? Меч, так... нахуй. А давай сейчас. Слушай, проверим. А ты накаркал на него, кстати. Ты сказал, вот если ты заслакаешь, в итоге он заслакал. Но. Столовка, нахуй, я его, блядь. Я тебе говорю, я с X1 первый слаг мой, нахуй. Надо будет шкаф поставить, человек смонуть. Позор, блядь. Я тоже, согласен. Я, по-моему, тоже один раз где-то не нажимал на X4. Вот, ну, за этот год один раз как-то у меня получилось. Ну, я тебе говорю, я с X1 первый слаг, это ебануться можно, нахуй. Загнуть шик, да и все, и громко не будет. Какие вы громкие, пиздец. Ну, потише сделай это. Микрофон, наверное, хороший. Потише сделай, там же регулируется громкость в 10. Так, ставьте рыбу, жрите. Все, короче, пизду, я не буду за депосом даться. Да, лучше нажми, блядь. Так, да. Надо убить, блядь. А то я тебя к жабе отправлю, чтобы он тебя съел. Со своим словом, пчелы.
Че, где рыба есть? Кто там ставил рыбу? Где рыба? Где рыба? Да хуй знает, где рыба. Я сейчас поставлю. Тыкните шкаф. Так. Сумоним челик, он мага сумонит. Две рыбы поставили, кушайте. Они кошерные? Пожрём, попробуем. Ну, все здесь, жрите. Блять, а есть джипс у кого-то? 21 минута. А есть у кого-то нормальный джипс? Или хламобот хотя бы, блядь. Что-то я не понял, мне что-то, блядь, сломалось. Могу почтовый ящик поставить. А у меня плечи сломались, блядь. Это есть джипс у кого-то в рейде? Или починка? Или мне что-то портоваться, что ли? Лети. Блять. Ладно, похуй. Я пока перезайду сейчас. Суманете? Не, я это ренегат, меня оттуда кикнет. Сейчас я протянусь. Все, нахухнулся, блядь. Всем пока, блядь. Так, суманите там. Так, где тут починка-то, блядь? Ебать, стрёмно там не одна кана. Стыдно, да? Да вообще пиздец, блядь. Нет, я... Это пиздец. Столовка. Это пиздец, блядь. Так, все, я тут. Проверка на пол. Я себе рейтинг убийства попортил. Так, аж кота налилогнулась. Тут... Да, я тут. Ты выкинь их нахуй, тебе не нужно будет никогда. Мини-босс. Мини-босс и протопал. Готовы? Мини-босс. Он написал, что отходил. На минуту, АФК. Ты типа в стамине потеряешь, но выиграешь вауя Акрана. Кто? Да, Два? Два на будешь? А что ты хочешь? Силу апать? Не, не, ничего. Нахуй ему что-то апать. Ему 4-4 выпить, выбить, ему будет вообще топчик. Да. Ну, осталось перчатки и забрать плеч. Так, ну сейчас твое войско будет. Там секунд 10, ну да, да. Пойдет, Даша. Так, шаман что стоит. Ебать, душная хуйня, когда вайпы начинаются. Так, посмотрим. Это пиздец. Давайте, блять, на кубах нахуй. Без тупивого, блядь. Ну, чё? И... Так, все готовы, на счет 3 пуляем. Раз, два, три. Дал бомжей? Угу. Дал не зыбку на рейд. Блять, промах сбила костам, нахуй. Сука. Я опять филе гуляю. Ну это нихуя, что мне хуярит. Тут много набрал окрашек. И аил был. Да. Давайте, кончите, блядь. Ой, да еще и съела. Эти петухи пылающие, блядь. Надо было панцирь тыкнуть. Ой, ну резайте. Так, обнуляем ДПС. 30 секунд. Ага. Что-то передамажили, ребят. Надо в том же духе, только со скубами не тупануть. Да. Не распула. Ну там немножко не спула, через секунд 30. Перед кубами. Набора. Перед кубами, перед первыми. Когда мы их держать будем, типа, чтобы максимально ДПС залетел босс. Так, так, за пизды, блядь. Если куб не прожать, похуй на все геры на эти, блядь. За 15 секунд включу. Угу. Я свободен. Я свободен.
Словно птица в небеса. Хвост мешает кубу. Там смотри, подвигай как-нибудь. Босс. Покрути, не знаю. Так, таймер, что там, секунд 10, наверное, 8, 7, 6. Готовимся. Готовимся. Ебаная столовка, ну куда я там, блядь. Не ебули, блядь, как говорится. Нажимаю. Нажал, блядь. Слава, а, это не я. Слава, это печенька, отвечаю на. Че за хуйня, блядь? Это печенька. Я вижу, он мертвый лежит рядом, блядь. Отмазался. Так, блядь, меня за прошлый раз стрёмно. Да я вижу, на то, что печенька там. Там кто-то другой профится на этот. Но я не видел луча печеньки. А как ты жал, блядь, и у тебя тело, нахуй, лежит не на кругляшке даже. Как ты жал, блядь? Силой мысли, блядь. Ой, ёбаный рот, блядь. Ну, протопал, ну как так, блядь? Он уж КД словил, нахуй, раз стоял на кругляшке, блядь. Я же вообще на кругляшке не стою, нахуй. Так, ну, типа. Круши, громи, иди на звездочку. Круши, громи на звездочку. Протопал, идешь слакать. Я на кружок стою. Этот самый Ашкатана хилишь между звездочкой и луной. Там на круши, громи будет стоять на звездочке. Поняла. Ну в том же месте стою. Да. А чё, может, он магика потанчит, а я на куб встану? Не? Думаешь, он выживет? Ну, давай. 40 хп есть. Да не, нахуй, не рискуй, давай лучше ты, блядь, стой, пизду. Захуяли. Он блядь. Просто умеет очень хорошо зажимать кубик. Стой. Его на X2 научили. Тихо, не надо, блядь. Ну, похуй, пиздобол, не пиздобол, похуй просто. Слышь, ты хуесос, нахуй, ебаный, от тебя не было, блядь, луча, ты чё мне рассказываешь, давай, нахуй? Слава. Блядь. На личность не надо переходить. Сон такой есть по жизни, блядь. Блядь, все, встаешь? Это ты можешь базарить не будешь, блядь. Да тихо, блядь. Я не хочу разборки эти слушать. Смотрите, протопал, стоишь в мелизоне, там даешь массакру на прожимку кубов для тех двух кубов, которые рядом с боссом, и все. И как сейчас я поставил, я на кружке, вар на звездочке, аж катана хилит звездочку луну, и все, и нормально будет. Когда доверяешь мне больше, чем хэпалу. Это ваше время, ребята, типа, если вам так нравится играть, то, ну, и вопросов просто нету. Чек на пул, заходим в комнату. Лок, успокойся, а. Разорался. Да, это, столовка, не надо, нахуй. Не пишите нихуя. Кстати, рыбы не было. Была, стоит там. Да, я, значит, слепаю. Все, это, не чаттесь там, не пишите ничего, блядь, не отвечайте друг другу, блядь. После рейда всю эту хуйню поделаете, блядь. Мне сейчас это не надо в рейде. Потому что вы, ну, потратите время 25 людей, блядь, помимо себя еще. Так, все готовы, на счет 3 буду пулять. Раз, два, там за воротами никого. Все здесь? Давайте, раз, два, три. Поехали. Да, потому что время не резиновое, блядь. Надо это все делать, блядь, убивать. Ну так что сбивать. Че, бомжей дашь? Да, давай. Даю. Дал не зыбку на рейд еще. Захиливаем всех на фул. Там тип с чудо творожка моба. У тебя пизда. Ебучий моб.
Вроде знаешь, иной раз так придешь и все с первого раза прожимается, никаких таких проблем тупых нету. А тут то ли кто-то специально, то ли блядь. Что не по плану? И резайте. И бафы по ним готовьте. 20 секунд. Скарлет Эгони. Иди к боссу туда, на стену, на ту стенку, дракон, драконий. Активация. Я свободен. Подавану только не проебите. Хильси там ударами смерти. Чё за хуйня, что-то хп просаживается, пиздец. Ну и все, а там свободное время свое ходите, сходите в кару. Занролите, блядь. Завтра пойдем. А у меня завтра другие рейды. В 13. Ну, с работы придет. Че там таймер? Секунд 20. Тринадцать. Готовимся, да, Гера, заебись. Готовимся, скоро будет вспышка. Готовимся. Нажимаем. Только не снова. Блин, не те немножко кубы. На меня хуй забей. Вот который этот. Треугольник и ромбик хиль. Меня не хиль, я захватываю. Я еще треугольник луны. Треугольник луны? Как ты достаешь? Через комнату не достаешь ты. Частицы. Частицы 50 метров. Я до всех достаю. Ну, кто-то хилит ромбика. Ну ладно. Не, я хилю треугольник и луну. Надо не луну, луну аж катана со звездой хилит. Между двумя метками она стоит. Она их захилит спокойно. Вот который с боссом две рядом. Вот этих ты хилишь. Я не плен есть. А, это Шам говорил. Ладно. Видимо, да? Шаман нет. Вообще подаван и хилишь. Ты никакие метки ты не хилишь, подаван. Ой, шаман. Просто хилишь. Сейчас короче. Че подаван вместо танкования хилил? Все, пиздец, нахуй. Второе откидывание вроде как готовимся к бы сейчас. Ну могу куэлами накормить. Все, готовимся. Секунда, нажимаем. Только не снова. Еще раза два или три надо будет прожать, я уже добью. Так, что там таймер? 15. Готовимся. Третий куб, блять, который мы не могли пройти. Готовимся. Нажимаем. Алло, блять. Треугольник. Ой, бля, господи Иисусе, сука. Кто-то из умных людей, если в Дисе слышите, подстраховывайте гад где-то треугольника. Вдруг он не может попасть по кубу из-за хвоста босса или еще из-за чего-нибудь. Он не в Дисе, поэтому я его похуесосить не могу, блядь. Так что подстраховывайте там, блядь, иначе пиздец, блядь. Начать. Не-не-не, я поставил босса так, то что хвост ему в куб вообще не лезет. Кстати, да. Так, значит, обрушение после 30 будет. На нем висит КД сейчас. А, ну все, КД сейчас должен спасть. Ну, нажал просто. Там бывает из-за того, что
нужно приблизить, то есть от стены ближе, чтобы на куб смотреть. Когда камера отдалена сильно, то ты тыкаешь, получается, в текстуры мышкой, а не в куб. 9 секунд, готовимся, 7 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Нажимаем. Все пойдет. После 30 будет обрушение, потом еще куб, наверное, еще 2 5 будет. Залупал. Смотри, только не проеби там. Страхуйте там, блядь. Смотрите, паладин, гаджет, чтобы не проебались на треугольнике кто-то, кто там рядом с ним стоит. Смотрите, а то пиздец будет. Оба скд. Жесткие ребята. Так, сейчас будет стан. Готовимся. Подавана, да, еще хинти. Что падает. И тыкните этот таймер, сколько там до куба. После стана, скорее всего, будет куб. 9, 8. Так, сейчас стан поеду и сразу готовимся. Подбегаем к кубам, готовимся. Скоро будет вспышка. А, блять, после откидывания, походу. Точно после откидывания. Там готовимся. Смотрим. Так, мы в тебя верим, жми! КДУ! Подстрахуйте треугольник там, нахуй. Нажмите, блядь. Вот, зажат. Умнички. Нажму в сок. Не-не, жми, жми, КДКТК, блядь. Я выключил, КД нажал. Ну еще разок, я думаю, нажмем, блядь. Да расхуярим. Да, не красава. Да хоть вдвоем жмите, без разницы. С нихуя поймал КД, это получается, блядь. Не, он просто именно встал в сам куб. Когда ты встаешь в сам куб, ты ловишь КД на него. Ну вот, не вставай в сам куб, нахуй. Фреймом нельзя туда вообще подходить. Послушай человека, блядь, который 2 недели в игру играет, блядь. Какие 2 недели, блядь? Вот это сейчас обидно было для него. Не прикалываюсь, блядь. Так, готовим, что там таймер, блядь. Смотрите таймер, если есть у кого-то. Но скоро куб будет, я так точно знаю. По-любому будет, мы не добьем. Готовьтесь, смотрите на каждую секунду босса, блядь. Готовимся. Нет, дай гим. Скоро придется прожимать. Нажимаем. Все, бля, аллилуйя, нахуй. 4 ляма добиваем. Ебануться, блядь. Сколько нервов стоит вот эта хуйня вся? Пойдем добивать этого пидора. Блять, откидывал-то, сука. Вы добежишь. Я хочу ему пизды дать. Стоп, иди ДПС, бля, я его уебу сейчас. Сука. ЛПшку дал, заебись, вот так. Отыгрался, блядь. Разъебывал. Так, начнем с того, что в боссе лежит. Объявление рейд даю. А, сумка с самоцветами. О! Так, ну кину ролл, что-то я никогда не кидал на эту хуйню ролл, может выиграю. Так, 94. Если я ошибусь, там поправьте меня. 96 хант, герб, нахуй. Так, вроде он, да? Да, значит, я кину ММО. Где он там, блядь, 4-я патч. Гадгет. Сумка обоссанная, никому не нужная, надо кому? Можете не ролить, нахуй, оставлю в этом. Голова Макдона. Так, кину ролл. Уит фрузи. А внутри не падает от него, фу. Так, 92 носи. Вроде как 92 носи, да? Да-да-да, он победил. Так, 92 носи закидываю. Так, дальше у нас идет пояс. Скрытый МП5, одной дыркой обоссанный. Если типа у кого-то 26-й, там нормально будет. Надо кому-то жевать? Не босс закидываю. Хила хороший. Первое время. Дух крит. Левая рука боссана. Стрёмная. Это пиз-биз. Графа. Так, третья пати маг.
Так. Да я с босса тебе даю, я сейчас с босса даю. Так, я тебе закинул, сука. Так, дальше. Грудак, паладин, сука, рот и баба. Вот, вот он мне нужен напало, блядь. Прикинь, арты сюда. Удачи, Войт. Пиздец, выпал, блядь. Носи 97. ГЦ, да, походу? ГЦ, вторая пати. Рога хуярит. А ты. Чё ты не ролил? Роль, пробуй. Какой, кто? Тебе что нужен, ты сказал, паролил бы, чё нет? Он на ДККать. А... Я-то тупый. Так, а теперь то, что в сумке. К кружку подходим сейчас. Буду линковать так же. Разраливаем, значит. Пояс топовый, крит меткость на сову, на еще кого-то там. ТТ я не понял, это кто, это лог, да? Ага, 97. Так, лог обмен. Правильно я говорю, да? 97 лог. Даю пояс. Дальше, наручи. На ДД топовые. Так, мне тоже же на ДД. Два на красава. Так, 49 плен, да? Ретрика. 49 плен на ретрика роли. А блин. Блин. Дальше. Триня. Сила атаки, прок на хосту. Не знаю, на кого она идет, хуй знает вообще. Дома нахуй. На хантов идет она, кто знает? Я просто хуй знаю. На сурфа пойдет. Так, закидываю паузу. А там смотрите сами уже. Дальше. Кинжал. Столовка, блядь. Давай, блядь, твой трюм. Я и бубру, поебал ты, блядь. 90 грахом. 90 грахом. Выиграл ГЦ. Такс. И плечо. Плечо ролю на ДКДД. Кину ролл на плечо. Так, иду в дождь. Иду в дождь. 95. Вроде как он. Нихуя себе, откуда такие роллы, блин, берутся? Так, иду в дождь, даю огне. ГЦ. Так, отлично. Все, теперь кто пойдет в ИК-25, остаемся. Портал Даларан. Кто закончил, тот свободен. Так, кто там? Кто идет? А Шкатана Падаван вы идете или нет? Не-не-не, у нас уже поздно, надо спать ложиться, завтра работа. Ага. Я, которая отдыхает, ну ладно. За меня уже все решили, до свидания. Спать, я сказал. Спать, супружеский долг исполнить. Давайте, удачи вам. Давайте. Так, это остались все, кто пойдут. Так, столовка, ты идешь кем-то, да? Ты говорил, Мишка или кем? Нихуя сколько поливала, да хуя. Че, может хуй забить на ИК? Как вы думаете? Столовка ушел, что ли, с дисочной? Перебуд какой-то, блядь. Так, все, портануйся.